На молодежном чемпионате света по шашках 100, который проходит у Гомеле, вызначились первые переможцы. Разыгранные 8 комплектов узнагород у Блицы. Сирот чемпионов и призеров турниру по худких шашках есть и белорусы. У активе нашей сборной 2 золотые медали. Минчанка Полина Петрусева выиграла с поборництвы сирот юниорок. У группе мини-кадеты перемогу отримала еще одна шашистка со столицы Виктория Николаева. Бронза у этой узростовой категории так само у Беларуси. Медаль на рахунку уродженки Гродно Дарьи Никифоровой. Георгий Выдерка так само стал бронзовым призером чемпионату света у Блицы. Минчанин поднялся на третью приступку пьедестала в узростовой группе мини-кадеты. Турнир по классичных шашках завершится завтра. Переможцев назовут подчас закрытия чемпионату света. Церемония пройдет у Гомельским областным громадско-культурным центре. Початок у 20 годин.